Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий хочет провести перепись населения региона. По мнению чиновника, значительные демографические, экономические и миграционные процессы существенно повлияли на количественный и качественный состав населения. Перепись необходима для повышения эффективности работы в регионе. Сергей Гриневецкий считает, что такой проект должен иметь статус пилотного. Соответствующее официальное обращение с текстом инициативы отправят в Кабмин. Напомню, что по данным последней всеукраинской переписи населения, которая проводилась в 2001 году, в Одесской области проживали 2 456 000 человек.